Что, снимаем опять голову? Взял бумажку, в ней сделал отверстие под шпильку, с двух сторон тряпками закрыл, чтобы стружка не летела, потом прижму и обдую. Взял мечик на 12, первый номер, здесь получается крупная резьба, и нарезаем. Выкручиваем и продуваем. Так, ну что, замеряем глубину и нарезаем дальше. Также будем прогонять вторым метчиком. И других два отверстия будем точно так же делать. Это второй номер уже прогнал. Ну что-то мне кажется, резьба будет слабая. Это второй номер. Теперь нарезаем дальше. Две нарезал, нарезаю третью. Нарезал третье отверстие первым номером. Сейчас продуваем.
и нарезаем вторым. Все, дорезал вторым номером. Теперь берем, продуваем, все вокруг обдуваем и пробуем шпильки. Так, вот такие вот три шпильки. Обрезал их токарь и нарезал резьбу. Гайки шатунные на М10, шаг единица, мелкие. Гайки каленые, шпилька каленая. Здесь вот резьба, которую я нарезал. Сейчас попробую ее обернуть. Ну что, он заходит. Сейчас я ее прогоняю, все три шпильки. Закручу, покажу. Вот так вот выглядит эта картинка. Ну, в принципе, вошли они хорошо. Я думаю, что держать они будут. Другого варианта у них нет. Нам надо, чтобы они держали. Сейчас выкручиваю их. Проверяю, как они проходят в головке. Ставим прокладку, ставим головку, мажем герметиком резьбовым и вкручиваем шпильки. Подождем маленько, а потом уже будем подтягивать. А сейчас выкручиваю. Выкрутила шпильки, проверил, в головке они не проходят, очень-очень туго. А закручивать лучше через головку, потому что у нас коллектор этот впускной, видите, он под углом стоит, и форсунки у нас. Ну ладно, с форсунками можно решить вопрос, рампу отодвинуть и потом уже установить. Но коллектор вот целая история, поэтому... В головке я отверстие просверлил на 12,2, сверло взял. Все, теперь у нас шпильки эти проходят нормально. Сейчас ставим прокладку, ставим головку и уже через головку будем прикручивать шпильки. Что? Устанавливаем головку назад. Головку я продул после того, как просверлил.
Так, ну что, встала у нас головочка. Парампол тоже видно у нас встала. Вставляем на место вот эти проставочки. И наживляем шпильки. Так, ну что, прорезал я вот так вот болгаркой миллиметровым, чтобы закрутить отверткой. Хотел на герметик садить, не буду, потому что потом, если придется разбирать, это будет целая история. Сначала хотел сделать квадрат, чтобы откручивать, потом надо было тогда шпильку делать на сантиметр длиннее. Берем и закручиваем. Все, затянул я головку, закрутил я все три шпильки. Динамо я уже не стал головку тянуть, тянул уже от руки, по ощущениям. Благо у меня есть такая функция в настройках — тянуть по руке. Так, вот она одна шпилька, вот она вторая шпилька, и вот она третья шпилька. Подтянулись нормально. Здесь вот эта третья шпилька даже вкрутилась глубже, чем вот эти две. Затяжка, ну, довольно-таки, в килограммах не скажу, ну, довольно-таки серьезная. Поэтому держать все будет, работать все будет. Собираем дальше. Устанавливаем распредвалы. Впускной коллектор я затянул сверху. Также поставил датчик VVTi сзади. Вот он стоит. И ставим вкладыш. Вкладыш поставили. Мажем постель маслом. И укладываем распредвал. Здесь вот метка длинная, которая идет. Сейчас я покажу. Вот эти вот короткие метки, а вот эта вот длинная метка, вот она идет до самого зуба. Это на нее будет зуб, звено на цепи ложится. Ложим второй распредвал.
А на этом распредвале, так, на этом распредвале получается метка у нас вот это вот, возле точки, которая здесь, типа единицы. Так, и закручиваем бугеля, мажем их маслом и прикручиваем. Вот на впускном распредвале подтянул, то есть наживил бугеля. Теперь их берем, немножко так вот подтягиваем. Все, и подтягиваем. Здесь особо сильно тянуть не надо. Чуть-чуть подтянули, чтобы они не открутились. И все. Можно по динамо, но болты не новые, по динамо. Если брать, то уже чуть-чуть меньше нормы делать. Все, таким же образом второй распредвал затягиваем. Распредвалы подтянули. Вот цепочка. Вот эти два рядом зуба, это на распредвалы идут. Вот этот снизу один зуб, это на коленвал идет. Устанавливаем. Сейчас по меткам поставлю, покажу. Крышку еще не ставил, цепь установил. Вот метка у нас. Е у нас вперед смотрит. Вот метка, цветной зуб. Метка на втором распредвале, на длинном. Длинная риска.
по кулачкам, если смотреть, вот эти кулачки у нас на этот край головки смотрят, вот эти кулачки у нас на этот край головки смотрят. Сейчас немножко смещено, чуть-чуть вперед стоит, потому что натяжитель еще не установлен. А натяжитель в крышке устанавливается сбоку, поэтому пока чуть смещено. И вот метка на коленвале, на звездочке. Точка есть, а это вот цветной зуб. Все, по меткам мы выставили. Маслонасос я по меткам не выставляю, потому что я его не снимал в этом же положении, так и остается. Сейчас обезжириваем посадочное, обезжириваем крышку, мажем герметиком и устанавливаем.